Ребята, я с Гудмодуоном связываюсь как бы по скайпу. Представляю вашему вниманию сайт, на котором вы за копейки можете испытать свою удачу. Например, за 10 рублей вы можете выиграть АВП Азимов или же GTA 5 всего за 20 рублей, а также много других игр и скинов. При регистрации вы получаете 10 рублей бесплатно и сразу можете идти выигрывать. Проверь свою интуицию на mixlot.net. Ссылка в описании. И всем привет, дорогие друзья, с вами Патриот России, и это Школа ТО номер 12. Спасибо вам за огромное количество лайков и положительных комментариев под предыдущим выпуском, мне было очень приятно. Я понял, вам понравилась предыдущая серия. Ну, а сегодня мы будем смотреть на канал Агатоирт 999 Супер. Причем этот канал мы уже обозревали в 5-м выпуске. Я тут случайно заглянул на этот канал снова, и я заметил, что тут еще есть несколько странных видосов, которые, в принципе, тоже достойны, и даже они намного смешнее, чем те, которые я обозревал. Вот 75 лайков, ой, какой 75 просмотров, 4 лайка, 12 дизлайков, почему мой дизлайк, потому что это реально жесть какая-то. Конкурс на 1 миллион кристаллов называется видос, и давайте посмотрим, когда загружен. 15 июня. Что? Ребят, я забыл сказать, что под каждым видео должно быть 500 лайков. Что? Чувак, у тебя 8 подписчиков, какие тебе 500 лайков? Я под своими выпусками 500 лайков не могу набрать нормально. А ты тут с 8 подписчиками, да, 75 просмотров, 500 лайков, разбежался, да. А если будет 10 дизлайков, то конкурс отменяется и переносится, все подробности будут... Чего? Я, во-первых, удивился, что конкурс на 1 миллион кристаллов. Чувак, откуда у тебя такие деньги? Ладно, давайте все-таки перейдем к просмотру, потому что тут еще более жесть начнется. Перед началом моего видео я бы посоветовал вам зайти на канал Skyless Play. Стоп, стоп, стоп! Что, мать вашу? Посоветовал бы зайти на канал Skyless Play? Ты серьезно? Мало того, что ты просишь 500 лайков, у тебя еще и сам Скали заказывает пиар. Боже мой, да чего же ютуберы в танках скатились? Гарантии. Самые хорошие видео. Спаси голды. Конечно же, ЛП. Ну, и тоже не обошлось и без ванок. Ванки вы здесь обязательно найдете. Ребята, кажется, понял, что он хочет этим добиться. Я понял по одному слову, он сказал гарантии. Знаете, многие топовые ютуберы там рекламируют всякие магазины ключей, там лучшие цены, гарантии в интернете. И этот школьник думает, что это типа круто рекламировать другие сайты, то, что ютуберы сами находят какие-нибудь там... каналы, какие-нибудь лотереи там, и просто вставляют их в свои видосы, типа, вот, смотрите, мне понравился этот сайт, я его прорекламирую. Нет, чувак, за это платятся как бы деньги, просто так это никто не рекламирует. Сейчас мы приступаем к нашему ролику. И всем привет, с вами Гатуэрт, и сегодня я бы хотел поговорить насчет подписок и лайков. Ребята, мне мало подписчиков, мало лайков. Так что я решил сделать свой канал получше, как бы так сказать. Ну и смотрите, ребята, я решил провести на танках конкурс на 1000 кристаллов. Вот, на 1000, на 1 миллион кристаллов. Если вас это устраивает, то сейчас мы с этим всем разберемся. Во-первых, если вы хотите поучаствовать, то вам надо зайти в одну группу. В группу творчества Эгатора 999. Пока здесь подписчиков очень мало, но... А их много и не будет. Второе, что от вас требуется, это подписаться на мой канал Эгатор 999. Как вы видите, вот мой статус. Один подписчик. Подписываемся сюда и ставим везде лайки. Лайки будут, конечно же, проверяться. Буду проверять лайки и комментарии. У меня один вопрос. Чувак, как ты будешь проверять лайки под своими видео? YouTube не предоставляет такой возможности, ну, из-за того, чтобы не вычислять хейтеров всяких там. То есть ты сейчас дичь несешь полнейшую.
И окончание конкурса будет при 500 лайков. Вы, наверное, подумаете, о, это очень много, у меня даже и 100 лайков-то нету. Ребята, поэтому я и создал этот конкурс, чтобы мой канал активно развивался. То есть ты думаешь, что снял видео, типа ты разыгрываешь 1 000 000 кристаллов, и на тебя сейчас начнут подписываться сотни людей? Чувак, конкурсы обычно приносят не так много подписчиков, как, например, качественные интересные видео, так что тебе уж точно никогда не набрать много подписчиков. Ну, я думаю, вы понимаете, ребят, о чем я говорю. Короче, ребят, дальше он несет полнейшую дичь, он в течение 2 минут примерно опять говорит, что надо ставить 500 лайков, писать комментарии положительные, ну, то есть, просто ничего интересного. И мне интересно, если наберет 500 дизлайков, что произойдет? И второе видео снова с этого канала называется «Краска только у меня и у Гудмодиона». 180 просмотров, 3 лайка, 17 дизлайков. Загружено 14 июня 2015 года. Я думаю, уже вы сразу видите, что тут опять реклама. А перед началом моего видео я бы посоветовал вам порекомендовать. Посоветовал бы нам порекомендовать? Ладно, окей. Вот этот вот сайт. Atinator The Web Genie. Здесь вы можете отгадать своего персонажа, как Афлоплойда, так и Жигамикс, так и известных ютуберов. В этом моменте он обосрал Жигамикса и Афлоплойда. Например, как The Brian Mapsa по Майнкрафту, который выкладывает свои видео, ну или также Афлоплойда. Но сразу могу сказать то, что я в этом списке не включаюсь. Все, ребят, никогда не заходите на этот сайт, потому что там нету этого школьника. Он же такой известный ютубер, что его почти каждый хочет угадать. Ну а теперь мы приступим к видео. И всем привет, с вами Гатворд, и сегодня у нас будет видос. Видос у нас будет о нашей топовой краске. Ребята, я получил краску, как у Гудмодиона. Получил я ее на мульте, потому что, наверное, на мульте будет интереснее как-то. Я буду играть на этой краске и все. Наверное, сейчас некоторые скажут, ты просто подменил текстуры, там вот с Гудмодионом ты не мог связаться. Ребята, я с Гудмодионом связываюсь как бы по скайпу. Но. Это секретная информация о нем, так что он может меня в любое время забанить, если я его выдам. Так что вот так вот, даже не просите его скайп, даже не просите его ВК. Так что вот так вот. Ну и вот, он мне дал свою топовую краску. Так вот так, ну как бы, он как администратор. Я не знаю вообще, он мне просто выдал эту краску. На моего капитана, он дал мне краску Делиус. Да, Делиус. И, ребята, и в следующем видео я уже покажу, как на моем аккаунте появится... О, не на моем, да, вот на вот этом аккаунте будет краска Зевс. Вы, наверное, не поверите своими глазами. Вы, наверное, скажете, он подменил текстуры. Ребята, я не подменял текстуры, мне опять же даст Гудмодион. Да, я не смогу эту краску прокачать, я буду просто играть нормально на Зевсе. Так что, ребята, я вам показал сейчас это видео. Так что всем удачи и всем пока. Вы сейчас меня спросите, почему я в течение полутора минут не комментировал это видео, а я вам отвечу, потому что это надо было слушать. Он такую сейчас дичь нам втирал, то есть два раза он сказал, что это не подмена текстур, причем еще таким голосом, типа, о, я такой беспалевный, это не подмена текстур, нет, ребята, это все честно, на капитане у меня Зевс, конечно, будет, сам Афлоплойд мне на мульта выдал свою краску, там, ой-ой-ой, ребята, также у меня на капитане Гелиус есть, нет, Зевс, нет, дочь, мне же Зевс дали, а не Гелиус, в следующем видео вам обязательно покажу, короче, так он следующее видео не снял, тут вам на пиздел,
про это все, так что, ребят, это просто подмена текстур, если кто еще не знает, такая специальная программа, ты берешь любую краску себе можешь поменять, точнее там одну краску можешь поменять на любую топовую. Короче, он такую дичь нес, давайте перейдем, к просмотру третьего видео. И третье видео от этого знаменитого летсплейщика, который зовется Агатоэрт 999, называется «Акинатор угадал и канал Берега, и Афлопойд». Само видео мы смотреть вряд ли сейчас будем, хотя, может быть, когда буду монтировать, все-таки посмотрим. Как видите, снова реклама, о ней мы сейчас и будем говорить. Загружено тоже 14 июня, у меня что-то все видосы в один день вышли, непонятно почему. 89 просмотров, 3 лайка, 6 дизлайков. Ну что ж, давайте посмотрим. Ну а перед началом моего видео я бы посоветовал вам зайти на такой канал. Great Thanks Jacomix. Спаси голды, конкурсы, нарезки голдов, ЗЛП, ну а конечно же и летсплеи. Я бы посоветовал вам такой бы канал. Так ты посоветовал бы или советуешь-то? Непонятно. Он очень популярный. Заходим на него, подписываемся, лайкаем все видео, ну и пишем положительные комментарии. Ну а сейчас мы переходим к видео. Ну, короче, дальше неинтересно, он угадывает берег и Афлопойд, если кому-то интересно, вы посмотрите, потому что там реально опять дичь несет. Напоследок я хочу тебе посоветовать, если ты смотришь это видео, тот чувак, который снимал эти видосы, благодаря рекламе ты не поднимешься никогда. Реклама, наоборот, иногда отталкивает людей. Даже мне, когда я делаю рекламу перед видео, не всегда это приятно, но... Все-таки дополнительный заработок. Но, чувак, бесплатно делать рекламу никто не будет. Ну что ж, надеюсь, вам понравилась эта часть школы ТО, и вы обязательно поставите лайк, потому что мне приятно, когда так много лайков и положительных комментариев. Я же все-таки стараюсь, видео выходит стабильно раз в неделю, в субботу. То есть я не ленюсь, все вам делаю. Вам же это нравится, ребят, да? Так что давайте поставим все вместе лайк. И, ребята, буду прощаться. С вами был Патриот России. Также не забудьте посмотреть предыдущую часть. Сейчас ссылочка есть на экране. С вами был Патриот России. Всем удачи, всем пока.